Славянский район не зря называют территорией спорта. Здесь есть множество разнообразных спортивных сооружений. И каждый год появляются новые. Торжественное открытие спортивной площадки на территории 8-й школы стало для жителей поселка Садового и Прибрежного сельского поселения радостным событием. Интерес к занятиям физической культурой и спортом в Прибрежном сельском поселении очень большой. Он всячески поддерживается властями всех уровней. Об этом убедительно свидетельствует и строительство спортивной площадки, которая отвечает современным требованиям. Это великолепное место для занятий спортом всем жителям нашего поселения, нашим ребятам. Я надеюсь, что в будущем мы много будем проводить здесь спортивных соревнований. Мы очень благодарны и главе района, и главе поселения за ту помощь, которую они нам оказали. У нас это очень здорово. Самый торжественный момент открытия – перерезание красной ленты у входа на площадку. Это событие собравшиеся встретили аплодисментами. Глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал всех пришедших на открытие. Для поддержки села на сегодняшний день существуют краевые программы, федеральные программы по строительству вот таких спортивных площадок. Я хочу сказать спасибо всем тем, кто выделил для этого деньги. Спасибо хочу сказать Татьяне Васильевне Сайгановой за то, что она приняла активное участие в этой программе, вовремя подготовила документы. Я думаю, что для наших вот ребят, для взрослого населения, это будет действительно таким серьезным подспорьем для развития физической культуры и спорта. Для спортивных игр глава района подарил ребятам набор мячей. Площадка была построена благодаря тесному взаимодействию всех заинтересованных служб. Эта площадка станет центром притяжения всех тех, кто сегодня любит спорт, кто занимается спортом. И глядя вот на ваши такие радостные лица, я желаю вам, чтобы эта площадка приносила удовольствие, приносила радость. Вы стали физически, будем говорить, крепче. А здоровый образ жизни, как мы знаем, он, конечно же, способствует благополучию. Символический ключ от площадки инструктору по физической культуре и спорту Прибрежного сельского поселения от лица спортивной общественности передал Максим Клементьев. Отличная площадка для ребят, вот, чтобы ребята занимались спортом, вели здоровый образ жизни, не курили, не пили. Очень этому рад. Я баскетболист, тут замечательные баскетбольные кольца. Да, конечно, будем приходить с ребятами собираться играть. Для учащихся 8-й школы теперь появились новые возможности для физического развития. Мы очень давно мечтали о такой площадке спортивной, потому что большинство ребят в нашей школе занимаются спортом. И мы очень рады, что построена такая площадка. Мы будем собираться здесь играть. Пусть приезжают к нам другие школы, играют. Мы будем всех рады видеть на нашей новой площадке. На площадке очень удобное современное покрытие. И разделена она на две зоны. Игровую для проведения тренировок и соревнований по футболу или баскетболу и физкультурную, где расположены брусья, перекладины и тренажеры. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».